И я вот не знаю, есть ли смысл обновлять ее, когда вихрь. Я так по рекаунту посмотрел, вот эти вот тики, которые дополнительные, они наносят больше урона, чем У хорошо. вас фул, ребят. К сожалению. То есть ты считаешь, что лучше отдать рваную рану, чем потрошить? С 1 в ПМ пишите. Сейчас я зайду. Плюс. Я не знаю, он не заходит. И это запускай. Пришел. Все равно пола несколько человек с доверия досидит. Вторых КД на око. Они на ХМ-ку пришли. Я, блин, надеялся, что успею. У меня Леш КД на обычку. Ока. Я в курсе, у кого КД. Давай не было, Сюк. Дождик помешал быстренько прийти. Ну, адмирал так через час придет. А зачем он нам? Кто будет ныть про Инера? Что он есть, что его нет? ОКХМ надо донести сначала. Перебосса еще не... А вы убили Алара, что ли? Да, уже третий ХД закроем. Я же говорю, 4 босса не закрыты. Чем ты слушаешь? Босс 30. Карина, меня ФК. Да я тут с кипишем дерусь в кваке, он мне зачем-то медведем на медведя вызвал. Да, я на тут. Фантом портал. У меня на паладине нету в ОКХМ доступа. Удачи. Поэтому я и спросил, да проносим или так. Ну, как обычка. Сначала келя за... Карин, ты его в Дискорде, что ли, вылазил? РТ. Так, Лёш, тебе, да, плюсовать? Плюсуй, конечно. Самый трэш стоит или чё мы тут стоим? Стоит, стоит. Голову... ложи. Ну так танки нужны. Так ты есть, поехали. Думаешь, я такой крутой протовар, что одного буду танчить? Ну какой есть. Чё-то все в ОКО не были обычки, да? Чё-то непонятно, там человек 7 что ли не принимают. Я не понимаю, потому что я ещё рейд не тусовал. Так, Силрей был, Япончик был, Жнен был в обычке или нет, Вока, быстрее, плюс-минус, но я не помню насчет тебя, ты был, Вока, в обычке или хилос. Только это аккуратно, там она пол есть, слобик хотя бы давай на пол. Привет. Фига себе, это. У нас сегодня будут 2 бафа от паладин. Даже 3. Как мне вчера сказал пианист, он добрал еще одного паладина для того, чтобы ему не бафать раз. Так что не рассчитывайте. Сейчас уйдут патруль. У нас там только келли, если что, стоит. Я вроде захожу, нужна я? Конечно. Ты, конечно, нужна. Там вокруг женщины трэш не резает. Ты хочешь воронки попробовать?
Блин, нелегко. Вот сейчас медведя. У него это звук выключен. Выйду пока с этого самого с дискорда. Если что, перекинете, погорите вторую часть. Вихрь бегите. Сейчас соберу медведя, буду собирать сову. Чтоб по КД кидай Старфол, что ли? Наша популяция возрастает. Спускаемся. Спускаемся. Гена, а можно не надо? Точно, девка, у тебя там брачный период начался, Савин. Ага. Тоже сову хочу сюда. Как там, урурур или как это там, вот, брачный зов? Уф. Это как в поездке в Америку, а ты, говорит, это, как собачка погавкает или... Сейчас вихрь. Бегите. Стан не диспылен, да? Вот интересно, вихрь был, а конников жертву так и не принес. Где я логика? Молдов нужен. Я учусь, как говорится. Я обстану. Как говорится, с шестого КД уже можно и понять, да? Нифига вы там понабирали народу. Отбегите от них, тут 3 центуриона. Расконтрольте просто. Попробуйте. Там пробовал, контрольте еще. Ух ты, мальчик. Ух ты. Дедман. Чё-то ник знакомый, не из Джоков случай? Кому там надо босс? Или лобочки? Касаться 6-7-8 группы. А, это были тотемы Кирсы, все понятно. В смысле? Мои в стороне стоят. Раздевака, хватит прыгать. Войду надо. Мои тотемы отличить легко, я просто. Стан. Их просто нет? Нет, они Фули. Без гоблинских этих приколю. Кому еще надо? Я подох, хуй знает, что делаете там, выживайте как-то, морозьте их, дай БР там, не знаю. Миша, быстро спекайся во Фроста. Хилы живые, 5 хилов, смотри. Кому еще надо, босс? Жена НКД есть или нет? Судя по тому, что он делает на БГ, наверное, есть. По-моему, КД. Я не
Он же, по-моему, с нами был. Раздевалка в жук дала рану летел. По-мужски хотя бы резнул сначала. Ста. Давайте вы его просто трогать не будете, ладно? Хорошая идея, Кстен. А то фир немножко спадывает раньше, чем должен, на секунду. Фин, тебе бласт надо? Мау. Красавчик. Санта, я в сказки веришь до сих пор, да? А можно мне тоже туда в рейд? Я тоже маунта хочу. Сока Гер 100% будет падать. Все в ваших руках. Че, спеканись, мой народ. Два тут вертящихся. А за Алара вообще, говорят, пока даю. Ага, и 100 бонусов. За Алара. Ну там 100 бонусов, наверное, только если мы до сброса КД его убьем. Ты врывайся, я заберу Центуриона и Маршала. А мы, кстати, до сброса КД будем на него ходить? Ну, убить его реально, если перебежать нормально нам, сгруппироваться на входе. Я чую. Я бы сходил бы. Адмирала нету? Нет еще. Ну, короче, нет, у меня друг по игре смотрел стрим Адмирала и говорит вчера в ТЛК Хэнки, говорит, вот просаживается весь рейд. Адмирал, говорит, там видно, что он накинул на всех щитки, просаживается рейд, нет, чтобы кого-то подхилить, он просто стоит. Вот, говорит, лайкер. Лайкер, да. Щитки накинул, все, делать нечего. Я почти уверен, что он в альтабе просто сидит постоянно. Знаешь, типа вот кинул 25 щитов и все. Ну типа, вот мой друг по игре, он так говорит, на самом деле. Ну ты другу сказала, что это не новость. Ну, посмеяли. Я не говорю, я уже кричу. Щитки крутятся, обзор мутится. Хорош. Еще знаешь, наверное, у него там автокликер стоит, типа через каждые там 15 секунд. Ну, вообще-то Гена не на единичку, а на двойку, если уж на то пошло. На единичке Гера, что ли? Не, адмирал нормально. Не, ничего не говорю. На единичке и земной шелк, если что. Я с иронией это говорю. Как ДЦ, он, в смысле, как абсорбер, он очень замечательный. Как абсорбер, он очень четкий. У кого что? Кому что делал? Шевы крутится, про товар мутится. Про товар удаляет. Что такое репутация? Просто люди мне сейчас сами пишут о том, что хотят купить у меня Т5. Хотя я даже не спамлю уже месяц, неделю. Крин, тебя просто видят постоянно, вот и все. У меня уже два Т5 покупателя, два покупателя на Т5 роги. Кстати, Вагу поддерживаю. А вас осуждаю. Не знаю, по-моему, адмиралу уже каждый сказал, что он слакер. Кто-то сказал, что он абсолз даже.
Не, я зашла, сразу спросила, Адмирал ты тут, и хотела ему об этом сказать. Ну, он придет, я об этом скажу. Ну, как бы, я сразу спросила, что, типа, он тут или нет, чтобы ему об этом сказать. Потом повторила и посмотрела, что его уже нету, ну ладно. Но я ему еще раз это повторю. Как бы, ну, я без зла. Ну, по результатам двух пулов, когда мы нормально доходили, а, понимаешь, ладно бы, если бы я взял там круче там гир или усилков больше, вот, я бы был бы так же на первом месте, как и он. Но я скатываюсь на третье место по отхилу и лечению, а рейд живет. Вот разница-то в чем? Да нет, целый хрен там все равно. Он и так отхиливается вроде. Ну, так-то там можно ходить и не в 5 хилов, а в 4, а можно даже и в 3 задницу рвать там до первой 8 боссов пару порталов. Мага, я уже сказала, что я зашла, я спросила его. Ну, чтобы ему сказать это, чтобы послушать его реакцию не более. Я думаю, ребята это слышали, что Адмирал ты тут. У вас со всех сторон трэш почищен, я с другой стороны не был. Да. У нас есть универсальный шкаф. Он тебя с нужной стороны. Может, в суманете? Нет, это уже писал. Жду. Конечно, ну, мы трэш бьем, Серёг. Суманем. Мы уже суманем. Сумон от протовара. О, с нами сегодня топ-ретрик будет, да? И топ-протовар. Спасибо. Давайте я на поле паладин. Я сказал, что паладин, кресты, дайте каски кто-нибудь. Я умрел такое, спасибо. Да, я умрел, что-то я не понял. Не, Серег, если у тебя есть ретрик, то может ты тоже топ, я не отрицаю. Я спасибо. Холи ретрик. Мы думаем, что это шутим, да. Ну, после около псхаза УКХМ. Просто так у кого-то... РСХМ, я так понимаю. Это звук. Я не расслышал половину. РСМ. То есть мы сначала прилетели в ОКО, потом улетим в РС, а потом снова прилетим сюда? Дефыч. Да. Ты что, релишь? Мы тут пару человек на АТАСе оставим. В инсте. Перекинься. Не хватает. Меня не будет на теле. А, ну сейчас смотрим. А чё, пианиста не будет с нами, да? Вон он зашел. Может вылить. Гевка, ты ему ассиста дай. Всего лишь. Он РЛ, а он, я не заметил. Трикинул, ну на тебя. Блин, я ему скинул, и ты опять вылетел. Вот, знаешь, стоим, ждем, когда Леха зайдет, а мне тут какой-то непонятный шаман пишет. Ты сейчас в Лейме гоняешь? Интересно, что ему ответить? Скажи, я нафиг гоняю. Да, напиши, а Лем не дамажит. Лем не дамажит, Энх, да? Ну ты же хилишь, а ты не вранье. Назови я хилю. Кто второй тан? Комментирую. Я слушай, извини, ладно, может замкнуть дверь. Как устроен дамаг на Элеме с Т4? Нормально. Понимаю. Кто первый? Режим он... Речь о спекающих танках. Если у него блат, то у нас фрост не будет этого. Чего? Коктей. Шаманы же могут о том...
Но он 116, а когти на 20. Ничего страшного. Так у нас его так и так нет, там же и так блат. Когда мы ходили без демона, это никого не волновало. Почему раздавака на замене? Да, почему раздаваки в рейде нет? Вон сова постоянно без рука ходит, не плачет. Вдохнуть. Раздавака и так в рейде каждый день, каждый вечер. Это все потому, что у гречки нету когтей. И чё, воет он каждый день, каждый вечер? Это, в смысле, ещё и днём ходит? Нравится. Да все, кто тут сейчас находится, думаю, нравится играть. Всем мы. Про товаром. Ты же уже танчил речи, помнишь, что делать, да? Помню, да. У меня огород проблемы срывает сразу. И ханты есть. Нет. А там на ласт фазе, на второй фазе я потаю. Гречи, короче, запомни, кто сорвал, тот и танчит. Короче, кто этот? Пустякам будет отлетать или хуйню творить. Буду начислять. Дайте рыба. Оставьте рыбу, я сейчас докупаю. Я пока в магазин сходить успею, пока в танке раскрывать. Окей, иди. А как можно с этого Сашку залезть, если Олла не наша? Там где-то дырка, говорят, есть. Уже фиксили это. Ну вот, не в саму Сашку, а вот именно вот в это помещение. Уже давно дырку. Пофиксили, Гена. Ладно. Дырка Олла? Твой. Ну да. Дырку не пофиксили, там пофиксили сам вход. Теперь войти. Мне не вход, мне нужен вот именно помещение, там этот предок стоит. А, ну дырка, она между двумя... Короче, там есть место, где можно только пешком залезть. Еще раз, Карин. Там есть место, где можно только пешком залезть сверху. То есть с маунта залазишь, туда залазишь, на маунта садишься, оборачиваешься спиной и прыгаешь спиной. Пофиксили, дырка есть. Пофиксили то, что нельзя войти в инст. Дырка и на офи была. Хорошо, что ты понял. Сейчас ждем. Ну, короче, ты дайте бафы. Я фиксил. Дайте бафы пока. Сегодня Болдова рейд? Не было. Маш, я просто 200 ИП начислял до сбора. Не было говорит. Девка, ну, поставь его. Ага. Фу. Покушаю сам. За 40 чел. СС на свое усмотрение раздайте. Напоминаю про контроль. Самое важное — это контроль и снимать. Смотрите, не проебите. Основного нейрона и по поводу, когда пути появляются на полной меня вечер подпору вытянешь. Но не по костюму дальше. Тубик, у нас такое было. Когда 4 ханта и вага.
Короче, Леха, если тем, мы нажали да. Сбивается. Скажешь, если все что. ДК Горн, блять, и не поменяю. Смотри мой тринкет. Лёха, да нормально, сапфир, чё там? О, я могу свой сапфир снять, чтобы бафл радует всё равно, да? Ложи там, короче, танчи там, где ты. И бабу тоже. Идите на крутую ковронку. Чтоб рейд не пошла. ЛПшками уже. Все, пускай там и стоит. Не убегай, ставь там, пускай там и стояло. Потом сразу по двоим лужу бы дал и сразу вдвоем бы держались. Первой бомбе не подходи. Че, Лех, как танчится с сапфиром? Видишь, даже стаки. Дайте на пух. Ладош с выбора. Бах, обновить. В середину отойдите. Дальше.
Дашь просто лужу у двоих, а не два на все будут. Белорус, нормально вообще? Сейчас слабо будет. Почему, блядь, на баге вот погром? Там одна Порше висела. Аккуратно, Милика, убейте, убейте, очень половина Милика, убейте. Киливайте лагу. Эти инженеры лучше побейте, подбирайте. ТД под... Возьми пока на себя босса. На таунте, чтобы тебя контроль не кинул. Речи, на таунте босса, как контроль не кинул. Потом феникса ловить контроля. Лужа. Лужа. Метеола. Феник. Будет контроль. Монород такой. Не убейте Монорота, пожалуйста. Контроль, короче, взялся, я забираю босса. А ты... Монород. Кто убил? Глубокий. Вы убейте 50. Ой, ба. Стоп, вешку. Пошли по пене. Эту лужу. Феникс объем народ. Милики вас тоже касаются. Яйцо активно. Контроль сейчас будет. И приста контроль. Феникса заберу.
Бьем пока босс. Отходим двоих. СС на сову повесит, надеюсь. Нет только контроля. Все, покинет фигура. Нужно гимноман. Просто дай гимнам. Можно гимнара. Яйцо быстрее сносите. Все. Не хватает. По центру бомба. Делоруса проконтрольте. В миле не убейте. Блять, вы серьезно? Это, блядь, глубокие раны его, это хрен. Ты, блядь, можешь нормально играть или нет? Там ту точку надо кидать, не бей, там ничего не спасет. Выбор. Если вон есть там возможность, продиспельте Делорус. Нас на перефазу феникса добиваем. Это пацанок, дай, по-моему, на порот УБР, дайте по нему баф и ДСС. У него единственный БР остался. Поставим, пускай будет. Все, сейчас время будет побурстить. Напоминаю, раньше набирать тут. Тогда будет гравитация. Я пока не могу использовать эту способность. Смотрите, я заблужен, особенно мили. Гравитация. Рэндж. Сакру отдаю. Красавчик. Ну нет. Вы, блять, раньше набрать не можете. То же самое, по 250. Две секунды. Меня писчить тоже не убил. Да, по большому. Почему что-то там? Не надо никому БРД. Нужен. Бафы обновите по 300 мешков. Я зависну. Вам не победить. Ты кто меня убивает? Ты Витя. Хилы стоят посередине. От тебя тоже. Ну, блин. Два человека еще по 250. Я тебе в прошлый раз сказала, не подходи ко мне. Сама можешь набрать раньше. Я по центру стояла. Козон, феникс, мили. Речь, что феникс? Что за хил? Баф. Ну, можно идти. Убивайте. Бомба.
Там 5 лямов убор. Я сказал, добивайте больше. Рада у тебя включен или нет? Что? ЕПГП лукмастер включен? Включен. Зев? На ласте тоже этот приз вниз спускался, меня тоже не подставил под ГП. Хоть бы хоть ДП, если красиво, а то нет еще. Приору отдаются. Чё, плащ никому не нужен? А там. Скажешь, когда разрулишь? Да. Мы сейчас в РС-ку идем или куда? Где же? РС стоит 389, да? Да. А чё, воронки паролем, может, с того раза? Ещё лут не разролен, весь. Ролинг свиток. Попал и я рывал.